Сейчас стринги есть практически у каждой девушки. Стринги позволяют подчеркивать приятные округлости попы, что делает ее гораздо более привлекательной. К тому же с такими трусиками можно избежать совсем ненужного выделения нижнего белья из-под юбки или брюк. И хотя они в некотором смысле незаменимы, большинство врачей сходятся во мнении, что стринги вредны для женского здоровья, поскольку из-за них развиваются различные инфекционные заболевания. Чаще всего эта часть гардероба изготавливается из синтетического материала, а поскольку такие трусики стоят дешевле, чем из натурального материала, спрос на них огромный. Кроме того, купить их можно даже в любом супермаркете, не говоря уже о специализированных магазинах. Именно синтетика раздражает кожу интимных мест, плохо дышит и плохо пропускает влагу. К сожалению, такая среда является замечательной площадкой для возникновения бактерий. Проблему также представляет веревочка или шнурок в задней части стрингов. Из-за этой веревочки бактерии могут переноситься от заднего прохода к мочеиспускательному каналу, тем самым вызывая такие болезни, как цистит или кандидоз. Безусловно, слушать врачей необходимо. Однако в жизни любой девушки случаются такие ситуации, когда без маленьких трусиков не обойтись, поэтому я дам несколько советов, чтобы вам не приходилось выбирать между красотой и здоровьем. Первое. Не нужно носить стринги каждый день. Делайте это только тогда, когда это действительно необходимо. Нечастое их ношение не сможет повредить вашу интимную микрофлору. Второе. Обращайте внимание на материал, из которого сделаны трусы. Пусть они выглядят красиво, но если сделаны из синтетики, то лучше откажитесь от покупки. Обязательно при этом пользуйтесь ежедневными прокладками, чтобы нежная кожа не соприкасалась с тканью. Третье. Узкие стринги способны привести к передавливанию сосудов, которые отвечают за кровоснабжение малого таза. Это может привести к бесплодию, поэтому не гонитесь за малыми размерами.